Всем привет, бандиты, с вами Осич. И это четвертый тур против Вареста. Мы играем второй матч. На самом деле, единственное, что мне не нравится в этом турнире, то, что он как будто очень слишком затяженный. Не знаю, как вам это кажется, но в целом реально. То есть четвертый тур, а уже прошел почти месяц. Представляете, кто дойдет до финала? Это уже почти два месяца, что ли, я так понимаю, играть им. Вот. К сожалению, Сергея Сергеевича в этом видео не будет, но мы можем ему сейчас позвонить, потому что мы скинулись всеми игроками ему деньгами, потому что у него какие-то произошли проблемы, и так что сейчас позвоним и узнаем, что у него произошло и куда он поехал, и вот буквально минутку давайте сейчас наберем ему. О! Так, все, нашли, набрали. Да, да, добрый день, Сергей Сергеевич, да. Привет, бандит. Вот. Что там у тебя? Да, хотели у вас спросить, что у вас там сейчас происходит? У нас тут вообще вот, пиздец. Вы куда вообще поехали? Холодрыга минус 40. Вообще не знаем, что делать нам. А, да? Реально? Серьезно? Да. То есть настолько все плохо? Вообще никого нету. Там, наверное, вообще холодрыга какая-то, верно? Вообще холодно, просто. Просто. Ну блин, ну вы там это, давайте держитесь. Все-таки. Да, врачи там есть какие-то, да? Да, целых два, блин. Симпатично. Да, есть, ну все, замечательно. Сергей Сергеевич, держитесь, мы за вас держим кулачки. Вот, так что поправляйтесь, из этой холодрыги быстрее выбирайтесь, мы вас ждем. Удачи тебе, братишка. Угу, все, надеюсь, победим этого занудного Вареста, который играет в автобусе, и мы его разнесем. Все, спасибо, Сергей Сергеевич. Обнял, понял. Так, наставление от тренера мы с вами получили, и let's go, погнали обыгрывать Вареста. Так, выходим мы с вами на поле. Выходим с вами на поле, состав у нас вот такой вот. 4-4-1-1 атака. У него 4-3-3 атака. Диаби, давай. Оп, так, Бруно Гимараеш. Оп, сон, наход. Ну, и что сейчас могло произойти? Меня бесит, что он играет каким-то странным автобусом и постоянно вывозит на контратаку. Вот сейчас он тянет, надо перехватывать мяч. Потому что нас это не устраивает. Надо перехватывать. Так, все, перехватили. Опять за ошибку делаем какую-то. Вот, в прошлый раз он нам забил с того, что мы на ошибках играли. Нам надо играть получше. Так, все, перехватили, Замброта, оп, на... Так, все, делаем гол. 18-я минута мы увидели. Так, Бруно Гимараеш по флангу, бежим. Ну, блин, где мои игроки? Почему никто не поддерживает? Подключается. Пас на ход. Привал, да вот этот бронзовый игрок, как не получился, ничего. Потому что я говорю, вот он играет как-то вроде в атаку, а вроде как будто от защиты. Так, опять глупую ошибку делаем. Так, что это за ошибки? Бастония, перехватывай. Что это за хуйню он нам забил? Что это он нам забил такое? Просто какой-то слабенький удар, даже не сильный. Давайте посмотрим еще раз. Качество ребит, конечно. Просто какой-то слабенький ударчик, который просто даже Анана не смог стащить. Ну ладно, сейчас возьмем его, накажем. А у него же тройная замена произошла. Тех в атаку, погнали. Тех в атаку, Диаби, Сон. Развели мы. Диаби, пытаемся мотаться. Замброта по флангу пробуем. Прорываемся. Зидана, Беллингем на Сона. Сон. Что это? Что он делал за ошибки? Так, о, перехватили. Да, Беллингем. Через минуту, через 7 минут, получается, мы забиваем на его же ошибки. Он нам дарит шанс, и мы забиваем гол. Это замечательно. Так, меняем. Так, нет, состав оставляем тот же. Просто, посмотрите, он на своей ошибке допустил, и мы ему просто забили за счет этого. Вообще замечательный гол. Let's go, Мали, Бастони, давай, это твоя последняя надежда. Надо догонять этого Малина. Малина догоняем. Что это такое? Как он еще тупо ударил? На добивание Анана. У нас контратака начинается. Контратака, Беллингем. Наход, Диаби, Драгуша, беги. Что это? Ладно, не вырвемся по форе. Аккуратненько кружим. Блин, как сейчас могло опасно быть? Как могло опасно? Опять ему повезло. Счет 1-1. Сейчас будем играть до премия. Я еще после работы, я вообще жесть как устал. Так что надо, вот, играем дополнительное время. Первый тайм дополнительного времени. Надеюсь, сейчас мы его выиграем. Просто меня уже сон клонит. Фланги у нас быстрые. Вот я не знаю, почему у нас не получается прорваться. У него левый защитник, это слабый серебряный игрок. Кто тут у нас? Айкия, продолжаем. Начинаем контратаку. Бизли, погнал. Пас на ход Сону. Сон, давай какую-нибудь красотулечку. На ход, Беллингем, удар. Нойер угловой. Наша задача сейчас попытаться с углового забить. Пробуем камеру. Беллингем, какую мы могли сейчас красоту через себя забить. Как ему везет. Давай, Сон Хёнмин, ты, ну, в одиночке ты... Штрафной, это наш шанс забить. 65-я минута. Пробуем забить со штрафного.
Оп, мы их умеем забивать. Ай, в стеночку попал. Еще дополнительный тайм будет. Как мне это не нравится, блин, я хочу уже быстрее закончить. Это мне не нравится, это медленная игра, просто жесть, меня это раздражает. Очень все медленно и долго. Просто вот эти медленные пасы, перекаты. Я вот хочу просто доиграть, пропустить. Не, я не хочу легко пропустить. Забьет, он будет красавчик, но я сам хочу забить. Но меня это уже раздражает. Меня начинает это бесить, эта игра. Понимаете, если мы просто проиграем этот матч, у нас как будто уже шансов нету выйти даже со второго, ну, со второго места еще есть шанс, если вдруг сейчас Рейсфуд проиграет Санчезу. Но я думаю, такого не произойдет, и Санчез проиграет с большим счетом Рейсфуду. Бронзовый, дорогуша, беги по флангу, пробуем утягивать. У нас контратака, понимаешь, 4 в 3, и мы ее запарываем. Пробуем, пробуем. Контратака, Диаби, на ход Сону. Сон, это твой шанс. 45-я минута. Блять. И пытаемся теперь перехватить двумя игроками, нарушая, соответственно, свою зонную защиту. И все, и да, по флангу. Конечно, берем второго защитника пофиг. Ну, второго игрока, чтобы перехватывали. Ну, хоть что-то поодиночке бегать такой себе. И это все. Это все, блять. Это все, сука. Это все нахуй. В пизду, это фифу ебучую. Даже не хочу повтор смотреть. Ну все, ребятки. Скорее всего, на этом наш турнир заканчивается. Я не знаю, просто меня уже эта фифу, я устал снимать. Потому что оно столько тратит сил, энергии, эмоций. А мы с этого, ну блин, это даже никто не смотрит. Я не знаю почему. Может, моим зрителям просто неинтересно. Но обязательно поставь лайк, подпишись на канал. Будь, может быть, ты станешь 8000-ным. Потому что вы меня мотивируете. Всех обнял, поднял. С вами был Осидж.